разные серии куколок Лол. Прям открыла по замочку, да, как настоящий шарик Лол. Наверное, это оригинальные шарики. Там, наверное, блестящая куколка? Наверное. Может, это какой-то редкий блогер или какой-то очень известный. Большая собака. Я знаю, это с канала. Покажи. Клетка с хомяком. Второй блогер будет с какого шарика? Со второй серии. Да! Ребята, всем привет! Сегодня у нас вторая часть угадай блогера по питомцу. Ребят, у нас есть вот такие вот шарики Лол. Самодельные. Да, самодельные. Сзади есть замочки, да, котеночек? Да, на всех. Да, на всех есть замочки. Глянь, вот сестричка конфетти, вот сестричка, вот вторая серия, вот первая, вот глиттер. Да, разные серии куколок Лол. В каждом шарике спрятан питомец какого-то блогера. И по этому питомцу нужно угадать, что это за блогер. А сам блогер будет представлен в форме куколки Лол. И котёшке нужно будет еще потом назвать, как зовут эту куколку, угадать ее. Ну что, начинаем? Начинаем. С чего ты начнешь? С первой серии. Ага, и ты начинаешь с первой серии. Открываем замочек. Сзади есть замочек. Сзади есть замок. Да. Я открываю первый слой. Угу. И Катюшка открывает первый слой. И что там прячется? Его не открыл. Ага. Ух ты, там подсказочка. А ну покажи. Клетка с хомяком. Угу. И там клетка с хомяком. Как ты думаешь, кто это? У нас было такое видео. У кого у нас? У нас на канале. У тебя на канале? Да. Было такое видео про хомяка? Как его зовут? Кнопка. Кнопка, да, хомяк, кнопка. Да, есть такое у тебя видео. И что ты думаешь, в шарике Лол кто прячется? Я. Ты думаешь, этот блогер это ты? Первый шар, первая серия, ты думаешь, там ты? И, кстати, первое мое видео. Да, кстати, первое твое видео. Ну, давай посмотрим. Открывай второй слой. И кто там прячется? Катюшка! Катюшка! Да, действительно, ты угадала по подсказочке, да? Да. Этот блогер Катюшка. А как ты думаешь, что это за куколка Лол? Ты ее знаешь? Сахарок. Ты думаешь, Сахарок? А ну, смотри. Действительно. Это Сахарок. И Катюшка угадала первого блогера. И мы пробуем угадать второго. А второй блогер будет с какого шарика? Со второй серии. Ага, шарик второй серии. Мне уже не терпится. И кто там? Большая собака. Я знаю, это с канала Наша Маша. А как зовут собачку? Мила. Да, это собачка Мила. А с канала, у нее есть тоже свой канал, Кана Миломана. Да, точно. А помнишь, в какой серии, в каком видео именно вот этот вот костюмчик был у собачки, помнишь? Там, где они покупали ей костюм. Да, точно. Ну, давай проверим. Теперь мне самой интересно, так ли это? Да, Наша Маша! Да, это Наша Маша. И она в образе какой куколки? Катюш? Я не знаю, как ее. Ты не помнишь, как ее зовут? Это куколка Хопс. Хопс? Да. И Катюшка угадала второго блогера. Ребят, а кто тоже угадал, пишите в комментариях. По первой подсказке. Да. И мы начнем серию Блиттер. Там, наверное, блестящая куколка? Наверное. Может, это какой-то редкий блогер или какой-то очень известный. Как ты думаешь? Я думаю, мистер Макс. Мистер Макс. Ну, давай. Посмотрим. И у нас что там? Какой питомец? Мисс Николь собачка.
Да? А как зовут эту собачку? Майкл. Да, и это Майкл, но я не знаю, мисс Николь ли это. Какой-то песик. Катя думает, что это Майкл с канала мисс Николь. Ага. Девочка, которая видела про гимнастику. Да, это мисс Николь блестящая. Да, и это мисс Николь. В образе какой куколки? Королева Китти. Да, Квин Китти. Квин Кэт. Королева кошка. Правильно? Здесь Катюшка ангелочек. Так, здесь зайчик Кономеломана. Да. И мисс Николь. Следующий шарик какой? Сестренка конфетти Поп. Лил Систер. Это маленькая будет? Наверное, самый маленький блогер какой-то, как ты думаешь? Или это не обязательно? Не обязательно, обязательно, чтобы куколка была маленькая. Да? Ну давай. Я замочек прям точь-в-точь открыла. Да, прям открыла по замочку, да, как настоящий шарик Лол. Наверное, это оригинальные шарики. А это кто? Я знаю, кто это. Кто? Алиса и Николь. А что это? Кто это? Лабрадор. У них видео, у них появился лабрадор. Угу. Николь Крейзи Шоу, да? Да. Угу. Ты думаешь, это с этого канала? Ребят, кто тоже так думает, пишите в комментариях. Вдруг Катюшка ошибается. Все бросили, нажали на паузы и написали. Ага. Поехали. Давай посмотрим, так ли это или нет. Сначала я возьму блокер. Да! Кто это? Леди Неон! Да, куколка Леди Неон. И у нас мисс Николь в образе Леди Неон, да? Не мисс Николь, а мисс Николь. Ну, Николь, да? Детишка! Новая серия, третья серия! Да, давай. Посмотрим, кто там. Так, мне уже хочется, не терпится открыть питомца. Я его не буду раскрывать. И кто там? Я знаю, кто. Покажи нам. Что это за киска? А, кстати, собачку, ты помнишь, как зовут собачку? Лаки. Лаки? Ну да. Забыла? Нет, не забыла, просто говорить не хочу. Да? Ну, мне кажется, ты забыла. А что это за киска? Как ты думаешь, какой-то рыжий котенок? Мистер Макса. А как зовут? Забыла. Мурка. Мурка. Ты думаешь, это с мистер Макса? Мне кажется, может, еще у кого-то есть такая киска. Подумай хорошо. Мисс Кейти. Это мисс Кейти. А как зовут куколку? Не знаю. Дива. И это мисс Китти в образе Дивы. Действительно, это ихняя киска Мурка. Это давай... все мои блогеры. И давай ребятам расскажем поближе. И первый у нас это Николь. Николь нам, Крейзи Шоу. Первая нам попалась, знаете кто? Катюшка. Ну давай с Катюшки, давай. Первая попалась Катюшка. И хомячок Кнопка. У нее есть такой питомец. Это я. Ну да, это ты. В образе Сахарка, да? Да. Вот такая вот Катюшка. Потом у нас была кто? Зайчик. Да. Наша Маша, да? Да. Со своей собачкой? Мила. Со своей собачкой Милой. В образе Хопс. Угу. Куколки Хопс. Следующая у нас была мисс Николь. Да, мисс Николь в образе Квин Кэт. И... Королева Китти. Королева Китти, точно. И ее собачка Майкл. Мальчик. Да. Это они его первый раз на день рождения вырвали на прогулку. Да. А потом у нас еще была кто? Лабрадор Лаки и Николь Крейзи Шоу, да? Да. В образе девочки Леди Неон. Да, Леди Неон. А потом Катюшка. А потом была мисс Китти. Со своей кошечкой Муркой. Вот она обнимает ее. Да. Картинка обнимает картинку. Да. В образе девочки Дивы, куколки Лол Дивы. Это мои любимые блогеры.
Ребята, всем пока! Подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока! Пока-пока, ребят!